Приветствую вас снова. Недавно я снял видео про зажигалку. Сегодня 9 марта. Рассказывал я про подругу, которая мне вернула зажигалку Zippo мою. Сегодня вот она еще заходила ко мне. Мы с ней пообщались. Я рассказал это о своих делах. Занесла она мне журналы про оружие и спорт, мужские журналы. В общем, одним словом, значит, вот я вот хотел с вами поделиться, что вот есть у меня такие журналы теперь. Первый журнал называется «Пистолетики. Познавательный журнал об оружии». Еще тут написано вверху «Полезный журнал. Без пластмассы». Коллекционные наклейки. Ну, тут, видимо, он полностью запакованный. Сейчас вот я при вас буду его распаковывать. Чтобы мне его распаковать, возьму обычный нож кухонный фирмы Tramontina, или как-то так пишут они. Да, типа бразильский сталь, там вся фигня. Ну, китайский, в общем, ножик для хлеба с серейтором, с таким вот. Им удобно, кстати, разрезать вот что-нибудь такое. Сейчас я это разрежу все. Достану, посмотрю сам, вам покажу вам. Опа. Так, значит, вот сзади у нас наклеечки. Тот журнал. Выходит, что он новый. Так, пакетик. Берем стороночку. Значит, вот такие вот тут наклеечки. Значит, тут у нас самозарядная винтовка. Здесь она называется AR-15, модель 63-го года. Револьвер Ruger Single 9. Модель 2012 года. Ну и многие тут еще вот штурмовые винтовки, пулемет, снайперская винтовка, пистолет, Фиксава P226. Кстати, неплохой пистолет. Я вам скажу. Помповый гранатомет тут. И пистолет Беретта 8000. Вот такие вот наклеечки. Куда-нибудь наклеить. Я их отложу тоже в сторонку. В общем, журнал. Сейчас. Ну, я его по-быстренькому пролистаю, я не буду уж ничего нет. Так, быстренько просмотрю, вам покажу. А потом уже сам спокойно посмотрю. В общем, вот так вот содержание. Очень интересно будет почитать и посмотреть о нем. Тут о пейнтболе еще рассказывается, как видно, экипировка солдат, штурмовые винтовки или винтовка, в общем, модификации. Так, какая-то подписка есть тут. Так, вот я вижу, здесь еще есть плакатики с танком. Есть плакат Desert Eagle. Его характеристики, конечно же, танк. Так, легендарная пушка царь-пушка. Миномет, трансформеры, пулемет Кодр, ракеты воздух-поверхность, снайперские винтовки. Отлично, просто отлично. Еще снайперские винтовки. Просто отлично. Огромное спасибо моей подруге.
что она мне подарила такой журнал. И вообще все эти журналы. Мне очень интересно будет почитать, рассмотреть их и узнать что-то новое. Так, следующий журнал у нас называется «Железный мир». Как я понимаю, тут идет все о спорте. Диск, железные люди, армрестлинг, секреты профессионалов. Здесь на диске написано «Секреты профессионалов». Так, его я тоже прямо сейчас открою. Он не открытый, запакованный. Аккуратненько. Так, листочек. Убираем. Так. Листочек я тоже вот беру, значит. А, так, тут еще акция какая-то. Будь динамичным. Какая-то вот визитка. Значит. Ну, я думаю, тут журнал, связанный со спортом, с чем-нибудь, с бодибилдингом, с армрестлингом. Да, вот, пожалуйста. Тоже. Опаньки, и тут. Тут у нас плакатик. Плакатик. О, календарик. На целый 2013 год. Ох. Ох. Ох, ох, ох. Ну, посмотрите. Как приятно. Екатерина Усманова. Чемпионка Москвы, серебряный призер чемпионата России в номинации фитнес-бикини. Так, ну, и все в этом духе, в общем, фитнес, бодибилдинг, что-то по энергетике. Так, еще тут плакатики, ну, тут уже с мужиками какими-то. Каких-то идет речь о таблетках, всяких допингах, но это, конечно, мне не нужно. Но посмотреть вот очень интересно. Может быть, найду что-то для себя. Так, книжечка с какими-то продуктами ихними для увеличения мышечной массы, видимо. Ну и все. Вот что очень интересно будет посмотреть и почитать. Так, ну и журнал «Максим». Как я понимаю, он как раз для мужчин. Как бы в основном я журналы не читаю. Как бы не увлекаюсь. Все, черпаю в основном на этом. Вот этот уже открытый. Так что долго его не придется мучить. Так, опа. Это всего лишь рекламка. Опаньки. Опаньки, вы посмотрите, как, да, сделана обложка. Вот журнальчик, да, лежал вот в пленочке, вот так вот. А потом убираем вот эту штучку, и тут вот как. Да уж, конечно. Вот, ну, я думаю, тут всем-всем понятно, да, мужской журнал «Максим». Еще огромное спасибо моей подруге за такие подарки, за журналы про оружие, про спорт. В общем, за такие мужские журналы огромное спасибо. Ну, на этом, думаю, все. Как бы я что хотел сказал. Вот все журналы. Дисок, наклеечки. Огромное спасибо еще раз. Вот такие вот мне журналы подарили. Ну все. До новых встреч.